Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Солнце помогает этому человеку и дает такие качества, как честолюбие, стремление к лидерству, амбициозность. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Некоторым людям носитель этого имени кажется слишком эгоистичным и авторитарным. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей, не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Они не действуют по шаблону, а всегда стараются найти собственный и усовершенствованный подход к чему-либо. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.